Такой небольшой домик, по-моему, ничего. По крайней мере, я не вижу здесь каких-то таких глобальных проблем. Красивое место, красивый дом. Всегда, когда заканчиваешь, всегда возникает огромное количество проблем. Все развели, и кроме вон там, это такая фраза, знаешь. Ну и что, вот это-то можно, это самое? Можно. Ну и делайте тогда. В основном мусор. Все, вывози. Но мы его обязательно приведем в порядок. Такую можно Маше купить. А кто это производитель? Не маленький домик. Да. Ну, наш дом стоит. Значит, мы неплохо строим, потому что идут к нам. У меня тоже есть дом. У меня тоже идет стройка. Там будет ограничение доступа для маленьких детей. Самое интересное вот это. Офигеть, как круто. Идем, идем, идем. Как без тебя? Без тебя никак. У нас есть такой маленький домик. Уютненький. Залили черновой пол. Сейчас разложим здесь теплый пол. И сделаем стяжку. Вот такой оригинальный дом. У него туалет находится в центре и вокруг него лестница. Такое интересное решение. Мы один раз сделали. Вроде получилось неплохо. Вот его отштукатурили. Кстати, в доме, вот он метров, наверное, 270, да, у него сколько? 3-5 спален. Кстати, спальни вполне себе прилично. Ну, здесь кровать, телевизор, шкаф. Я думаю, вполне приличная спальня. А здесь лестница пойдет. Здесь туалет. Под лестницей там постирочная сделана. Вот. Надо шкаф монтировать. Это зал. Ну, диван, телевизор, кухня, столовая. Все есть. А там, если вот отсюда видно, вот выходит стакан. Вот, стакан. Это туалет второго этажа. Сегодня пятница. Ребят, выходной в пятницу. Едем дальше. Такой небольшой домик. Мы применили здесь пластиковые окна. Ну, по-моему, ничего. По крайней мере, я не вижу здесь каких-то таких глобальных проблем. По-моему, милый. Красивое место, красивый дом. Ну, всегда, когда заканчиваешь, всегда возникает огромное количество проблем. Маленькие такие собираются в кучу. Вот нужно чаще приезжать, когда заканчивают. И эти проблемы решают. Сейчас пойдем по дому пройдемся. Есть еще такой прикол. Сработает огромное количество подрядчиков, которые как бы дизайнер с собой привела. Там электрики, какие-то там каминщики. Это, и вот это все в кучу собрать нужно. Всегда проблематично. Лучше, когда один отвечает и один работает. Ну, как есть, так есть. Здесь будет котельная. Ну, здесь, в принципе, дом персонала, наверху гараж. Это вот нам здесь надо будет делать отмостку. Тут стоял старый дом, у нас остались фундаменты такие. Мы его разломали. Построили новый. Ладно, идемте в дом. Ну, вот они остатки старого фундамента. Сей! Привет, Леш. Мы здесь везде развели все коммуникации. Везде? То есть мы сдали свою часть на первом этаже. Да, первый этаж все развели, кроме вот там. Все развели, кроме вон там. Это такая фраза, знаешь. Если все, значит все. Если нет, так... Там все у нас вот здесь остается. Вот, с улицы. А это вот еще за трубы. Это еще шкаф ставить. Это тепловой узел здесь. Ну, я потом и говорю. Ты мне говорил, что только... Там развели все. Ну, это же не закончили сантехники. Ну, а что ты мне рассказываешь, что тут надо было провести только трубу, воду. А забыл сказать про то, что у нас не смонтирован вообще шкаф даже здесь. Это же немножко разное.
Это серьезная работа. Вот шкаф-то есть? Да. Ну, вот надо ставить и монтировать. В чем проблема? Вот когда сделаешь, уже тогда все. Ну, вообще, какая связь между шкафом и водой, я не понимаю. Давайте мы уже как-то закончим все, что связано с сантехникой. Вот заведи, теплопункт, это все, что сверху. А все трубы в шкаф заведи, залейте пол. Вот это сразу портит весь вид. Ну и что, вот это-то можно, это самое? Можно. Ну и делайте тогда. Да. Вот это что за кабель здесь лежит? Это что здесь это будет? Датчики протечки. Вот возьмите, соберите все в кучу. Я понимаю, что идут трубы, я понимаю, что это, но надо вот это, сколько можно это смотреть-то? Леш, ты старше по этому объекту, понимаешь, да? И давай-ка вот, вот берите и занимайтесь этим вопросом. Вот здесь вот определись, кто здесь зашивает. То есть чья это прерогатива? Сами они это заделывают? Сами. Если не сами, тогда давайте мы это будем заделывать. Пойдем наверх. Здесь уже два слоя, да, фанеры? Так, с этой комнаты понятно. Мы свой объем здесь вроде сделали. Ты отделкой гаража ты занимаешься? Ну, пока там это фанеру накинули. Надо, надо заниматься, ребят. А чем сейчас? Чем мы здесь сделаем? Сейчас стандарт сделали, там, сейчас только раскатают, зальем второй слой. То есть ты сейчас раскатаешь здесь теплый пол, правильно? Правильно? Да. Давай закончу, чтобы они не стояли. И нам зашить. И все, правильно? Леш, и на отделку гаража садимся. Здесь прям, тут прокрасили, все, да? То есть уже сделали, убирай из комнаты все. Вот этот весь срач. Вычищайте, убирайте, выходите. Есть гардеробная, да, где делать каркас, там все сложите. Ты меня слышишь, Алексей? Да, я слышу. Все отсюда лишнее убираем, чтобы уже была видимость чистоты. Потому что когда вот этот бардак везде, то такое ощущение, что не... вот этот еще нужен, настил? Настил нужен этот еще? Нет. Убирайте его. Наличник переделали? Знаешь, там наличник неправильно сделал? А так ходил, не видел? Я сейчас покажу. Если это не нужно, что все здесь сделали, убирай его. Вид должен быть. Прям обязательно. Завтра же возьмите и начните с того, что все это уберите. Леша, а Виталик раскатывает пол, чтобы под заливку отдать. Молодцы. Пошли, я тебе про наличник расскажу. А эти что стоят, не делают пол? В чем проблема? А сейчас есть? Куда это потребуется? Вот это нет, надо вывозить, это в основном мусор. Все, вывози, отсортируй, какие-то доски здесь есть нормально. Все остальное на выброс, вычищаем, вычищаем отсюда все. Ну, видишь, на окне. Просто снимаешь этот наличник, снимаешь, привези вот этот прибор, который, знаешь, лодочки делают. Леша. Я понял. Вот с этой стороны его наклей и лодочками снутри. Жик, 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 жик. Понял, да? Вот так вот прям прорезаешь, лодочки склеиваешь и стираешь. И зашлифовал, и сделал, и все. В конце концов, вот вроде все готово. И вот эти все мелочи, они создают какое-то ощущение какого-то беспризорного дома. Но мы его обязательно приведем в порядок. Леш, вот вывоз вот этот весь мусорный и прочее, это прям... прям очень важно. Понял, да? Дом сдаем, поэтому давай сюда. Я тебе будут какие-то мелкие поручения. Основное твое это вот здесь. Он сейчас решает, какие ставить вот сюда столбы. Мы тогда их сделаем, террасу соберем. Кучу на отмостку надо делать. Прям с ливневкой собирать и делать. Здесь мы уже вот этот сделаем под подшивку. А дом делали еще на борт. Ну, честно говоря, и здесь надо сделать так, чтобы одинаково смотреть. Потому что если мы здесь сделаем так, сделать здесь так, а здесь лучше, а там хуже, и будет стрёмно. А угол вот этот вот, мы просто подведем планку. Ну,
Ну да, можно. Побольше, да, на уголках. И подведем вплотную. Давай здесь делать планки. Не будем всякую ерунду. Правильно же говорю? А то тут плохо, там хорошо. Ты как вообще-то? Хорошо. Давно тебя не видел. Все нормально у тебя? Да. Дома? Хорошо. Высшее образование у парня нет, понимаешь? Красавчик. Давайте, ребят. Я тебя очень прошу, активируй, ладно? Наверх. Здесь вот подбиваешь вот эту штуку сверху. Здесь подставлял. Пиковату привезут. Шума нет, не надо. Пиковату засыпаешь. И два листа фанеры. Все. Все полы. Все это есть. Это у нас что, вагонка? Куда? Это все сюда, на потолки надо. На потолки. Ну... Давай, дружище, надо прям заканчивать. Договорились? Давай, все. Такую можно Маше купить и повесить ее в комнате. Смотри, какая. Мы, по сути, такую искали. Она стоит там 28 тысяч. Вот это 38. Вот ее взять и балки и подвесить комнате. Ну вот комплект 190 тысяч. Кстати, вполне себе приличный комплект. И ткань такая, не боится. Ничего, стильно очень. Вот это тоже, кстати, хороший комплект такой. У бассейна или где-то на улице. Достойно. Удобно. Только 258 тысяч. Вполне себе качественно. Если это наши стали делать, то очень даже ничего. Посмотрим, что сегодня привезут. Несмотря на санкции, есть еще выбрать. Кстати, сундук тоже такая вещь. В бассейне, смотри, 74 тысячи. Малый. Сложил, закрыл. И все. Добрый день. Подскажите, вот есть такие комплекты, они как бы трансформируются. Или две кровати посередине тумбочка. Или они, и сверху такой, ну, этот самый, навес. Нет таких? Знаете, как... Можно присесть, да, не развалиться? А кто это производитель? Это Россия. Рамус. Как компания называется? Рамус. Рамус? Прикольный такой. Может, купить такой у камина, поставить? А потом зимой к малой повесить туда, в комнате. Сюда просто цепляется уже что-то другое. Так, вот к этим. Я понял. К этим, да. Цепляется непосредственно. Я понял. Да, а карабины, видимо, просто прицеплены, чтобы не потеряться. Да. Очередной объект. Люблю этот дом, очень интересный дом получился. В Провансе, потому что здесь мы делаем все от начала до конца, и дизайнер наш, и дом лучше, мне так кажется. Поэтому сейчас пройдем, посмотрим, что к чему. Вот ограждение там привезли, сделали ограждение. Ну, который балкон. Вот столбы, ограждение балкона. Мы не собрали. Че, когда кран нужен будет? А попозднее немножко. Первый этаж будем перекрывать, я думаю. Такой не маленький домик, да? Что? Не маленький домик. Да. Собирается нормально там как?
Новый дом. Всегда очень радуюсь, когда новый дом, потому что самое приятное – это когда собирают. Во-первых, это быстро. Ты уже начинаешь понимать, ты же придумываешь его. А потом начинаешь понимать, правильно, неправильно, нравится, не нравится. То есть уже ходишь по нему не как просто так, а ходишь уже по дому. Здесь, наверное, будет кухня. Сейчас, ребята, документацию принесу. Это штуковина. Непонятно для чего, но есть. Новый дом всегда интересно. Непонятно, что это такие же штуки. А тут вот перевязки с столбом. А, тут столбы будут, да? Ну, сейчас посмотрим, что у нас. Что мы тут придумали. Мы на кухне. Я так и думал. Пойдем в гостиную. Это поселок, здесь собрались все деревенщики. То есть, конечно, Хонка. Вот стройхаус вот напротив строит дом. Можно прийти пощупать, ощутить разницу. Но мы всех любим, всех уважаем. Вон наш дом стоит. Такое редкое явление, когда отделываешь один дом и через дорогу второй. И значит, мы неплохо строим, потому что идут к нам. Хотя здесь одни конкуренты. Я, правда, не называю их конкурентами, а одни коллеги. Есть из чего выбрать. Вот мы, значит, в чем-то лучше окружающих. Надеюсь. Так, это у нас санузел и гардероб. Понятно. Это у нас спальня. Ну, такой, такая гостевая спальня с выходом в сад. Угу. Так, постирочная лестница. Так, гараж, тамбур. Так, это лестница, да? Лестница. Это крыльцо, вход. Вход так под лестницей. Гардероб, тамбур и выход в гараж. Вот, кстати, делаем как-то, чтобы не продувало венцы. Специальная штука. Когда его собираем, он раздувается и перекрывает все стыки, все пазы. Перекрывает все. Раджа, я там принес петли, пойдем посмотрим, что.
Длинной не было, а 4 таких самых. Да. И мне к тебе сейчас будет просьба. Две штуки закрутим, девочки, качельки повесим. Хорошо. Сейчас приедет, а я разгружу там мебель. Ну, у меня тоже есть дом. У меня тоже идет стройка. Ее тоже нужно контролировать. Сегодня день закончился, приехал сюда. Это очень надеюсь, что это не крайний, а последний объект. Такое капитальное строительство. Потому что негде просто строить ничего. На этой территории. Есть еще там небольшая, там буду что делать. Но делаем барбекю-зону, бассейн. Бассейн, террасу все закончили. Он, кстати, приехал что-то. Что-то приехал. Закончили, поэтому пойдем покажу, что получилось. Сейчас полы залили, подбой свесов делаем. В общем, хочется сделать хорошо, поэтому уже где-то брежет немножко завершение, потому что лето пришло. Хочется уже и пользоваться этими делами. Ну, такой прекрасный бассейн мне сделали ребята. Ну, Раджаб, ты, как всегда, делаешь настолько точно, что даже неприлично. Вот смотри, я принес 4. Теоретически они вот сюда встанут. Так вот, чуть-чуть там подпилить, может быть. На 3 сделаешь, подойдет, потому что одной длинной наперекос будет идти. Может быть, там внизу поставят, если она не открывается. Ну, ее надо подрезать там слегка. И какую-нибудь эту сделать отверстие и какой-нибудь типа болта там, чтобы он туда опускался, потом берешь вот так и за него поднимаешь. Потому что если ручку сделать, то здесь будешь постоянно ногами биться. Надо было на веревочку поставить. Да нет, просто берется болт с той стороны с гайкой, он туда опускается, потом берешь его чуть приподнимаешь, здесь надо-то. Это мы сделаем попозже уже. Поэтому я завтра намерен отмыть эту палубу и запретить сюда вход обутым. А мы с тобой завтра изгородку сделаем. Да. Есть в семье маленькие дети, за которыми не уследить. И очень хочется, чтобы эти маленькие дети не нырнули в бассейн. Поэтому там будет ограничение доступа для маленьких детей. И собака вообще есть. А здесь мы просто посадим какие-нибудь кусты такие колючие, что сюда никто не залезет. Безопасность нужна определенная, потому что бассейн – это все-таки зона повышенного риска. Кто плавать не умеет, может упасть, поэтому, чтобы никто не мог из моих близких сюда прийти без разрешения, мы закроем вход. Есть? Для вашего роста, конечно. Ну, как-то для любого роста там. Не столько для нашего, сколько... Сейчас мы сделаем, чтобы она не скользила. И положим. Пока не знаю. В общем, такой диван. Не, все, где, все, ребят, лицом сюда ставьте. Параллельно. Да.
общем, мы долго искали, качели ребенку. Вот сегодня случайно нашли. Так, бери вот за такую штуку. Такую же бери. Так, отцепляй аккуратно вот это все отсюда. Вот они вот так висят. Нет, нет. Первое отверстие по центру руку. Вот так, да, все. Ну, пропылесосим, это не страшно. Ну-ка, пробуй. Нормально? Да. Там пропылесосим. Так, животных убирайте. Танец. Отлично. Следующий, подожди еще. Проверки две будут. Две будут. Вот такая цепь. Еще есть более миниатюрная, которую я считаю лучше, чем это. Здоровая она какая-то. Хотя это тоже прикольная цепь. Мы купили две. Вот это будет снимать там. А на эту мы будем собак сажать. Так, давай. Снимай. Не так она снимается. Подожди. Вот так вот, раз в сторону. Все. Вопрос закрыт. Хорошо, что две купил. Все, цепляй. Мы ее сейчас отрежем. А это тебе, Маш, играться. Низко. Вешаем. Ну понятно, это не важно. Так, тоже низко, да? Катя, иди помогу. Ну что, испытываем. Офигеть, как круто. Идем. Как без тебя? Без тебя никак. Абоматерм у нас есть. Теперь у нас есть еще и аттракционы. Бла-бла-бла-бла-бла.